Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня будем готовить нутеллу мгновенную за 5 минут. Вкусно, дешево и пригодится на Новый год и на праздники. Что понадобится для нутеллы? Растительное масло, сухое молоко, сахарная пудра, пару ложек какао, орехи, ванильный сахар и молоко простое. Тепленькое молоко подогретое, немножко теплое. Загружаю в чашу погружного блендера сахарную пудру, всыпаю. Взбиваю блендером молоко с сахарной пудрой на максимальной скорости блендера. Еще добавлю ванильный сахар. Также добавляю совсем немножечко соли. Начинаю понемногу добавлять растительное масло и взбивать на максимальной скорости. В рецепте то даже рекомендуется все сразу влить масло. Но я чего-то побаиваюсь, понемногу буду добавлять, чтобы у меня загустело хорошо. Как видите, я долила последнюю порцию масла, и масса на глазах загустела. Видно. Показываю, какая масса, видите? Загустело все. Теперь добавляю сухое молоко. 1,5 ложки достаточно. И какао также. Ложку. И еще взбиваю. По желанию добавляем орехи. Я имею желание, я добавлю орехов. 1/4 стакана. Так, все сделала быстро. Нашла такую подходящую баночку. Наверное, тут емкость больше стакана. Сейчас я все переложу, чтобы вас не утомлять. Вот у меня получилась такая баночка. Здесь 300 грамм, наверное. Делала я пол порции. Полного рецепта. Потому что продукт все-таки натуральный, долго храниться не может. Делайте так, чтобы за несколько дней скушать. Потом еще лучше сделать. Так, отправлю я в холодильник эту баночку, пусть постоит немного. Достала нутеллу с холодильника. Вот такая. Ну, сколько она? 1/2 часа постояла. Вот такой густоты. Нутелла готова. Наслаждайтесь. Приятного аппетита и хорошего настроения. Кому понравилось, пробуйте, готовьте, экспериментируйте. Спасибо, что были со мной и смотрели видео. И всего вам самого-самого доброго и до новых встреч на моем канале.